Доброго времени суток, YouTube, уважаемые контрагенты, и это видео прежде всего для вас. Это видео будет называться, по всей видимости, «Живем по закону», и речь в этом видео пойдет о двух очень важных документах, которые появились один раньше, другой несколько позже. Одним словом, вы наверняка знаете, что у нас существует такой приказ Ростехнадзора, вот он так выглядит, номер 623, об утверждении административного регламента по проведению обследований психологических. И существует приказ Минздрава Российской Федерации 749Н об утверждении требованиям проведения медицинских осмотров и психологических обследований. В рамках этих двух приказов работает вся Россия. То есть Ростехнадзор контролирует безопасность деятельности предприятий и организаций. Минздрав, соответственно, занимается тем же самым, только с позиции человека, его здоровья, его психологического, эмоционального, физического, эмоционального, духовного состояния. Самое главное для нас, что вот наконец-то у нас что-то сдвинулось с этой точки зрения, и 749-й приказ Минздрава Российской Федерации точно, четко определяет, кто, чем, как, в какой последовательности, какими методиками, на что опирается предприятие в своей деятельности по обеспечению человеческого фактора безопасности и культуры безопасности человеческого фактора на промышленных или каких-либо еще транспортных, перерабатывающих, обрабатывающих предприятий. Одним словом, 749-й приказ определяет четко методики, которые применяются и используются при проведении медицинских осмотров и психологических обследований. Соответственно, это методики: простая зрительно-моторная реакция, сложная зрительно-моторная реакция, реакция на движущийся объект. Вот эти три методики являются обязательными методиками при прохождении медосмотров и психологических обследований. Соответственно, наша лаборатория более 21 года занимается и работает с этими методиками ПЗМР, СЗМР, РДО. И еще массой других методик. И, соответственно, мы предлагаем предприятиям приобретению аппаратно-программного, автоматизированного программного комплекса, АПК-контроль и АС-ЛПФО, лаборатория психологического обеспечения. Стоимость этих трех методик этого комплекса составляет за один комплект, базовый комплект, 360 тысяч рублей за один комплект. Соответственно, можно докупить к нему дополнительные методики, автоматизированные, бланковые, количественные, качественные. Но минимально, что требуется приказом 749-м Минздрава Российской Федерации, это вот перечисленные мною методики. Их стоимость, повторюсь еще раз, составляет 360 тысяч рублей для того, чтобы вот работать и выполнять необходимые постановления, приказы, регламенты двух организаций: Ростехнадзора и Минздрава Российской Федерации. Вот такое небольшое видео. На этом все. Благодарю вас за внимание и удачи вам!